жители Помпеи и гости нашего города. К вам обращается мэр. Скажу коротко, но так, чтобы у вас стали дыбом волосы. В общем, у нас для вас плохие новости. Как сегодня утром нам донесла разведка, этот факт подтвердит и моя соседка Светка. Как сегодня ночью нам сообщили из центра, что для нас всегда зачетно и особенно ценно. Как нам пропела ворона и соловей накаркал, эту информацию подтвердил и оракул. Не смотрите на то, что он немного безумен. В общем, все говорят, что сегодня проснется Везувий, что сегодня состоится извержение вулкана. Вот почему разбежалась моя охрана. Сегодня наш город вместе с нашими виллами, фресками, слугами, наложницами и конями будет погребен под лавой и засыпан камнями. Так что поздно принимать цикуту и совать голову в петлю. Везувий всем нам посыпет головы пеплом. Как сказал оракул, вишни в саду у дяди Вани поспели. Сегодня последний день Помпеи. Последний день Помпеи. По спину ломит голова болит. Может, клещ засел энцефалит. В голове болит последний зуб. Мы болеем за один и тот же клуб. Хочу свернулась сразу бледный вид. Чуть немного выпил, так тошнит. Чуть пошел работать, сразу труп. Мы болеем за один и тот же клуб. Словом, мы все больны комфортом. Мы все больны комфортом. И старым полумрем. Ты Москва, мой эквивалент. Может, клей понюхаем момент. Будем нюхать, сколько захотим. Ведь мы болеем за один и тот же тим.